В соцсетях набирает популярность литературная эстафета. По правилам нужно прочитать отрывок любого произведения Абая Кунанбаева. Инициатором необычного челленджа стала 9-летняя столичная школьница Ляйлим Ширак. Она прочитала стихотворение знаменитого казахского поэта и передала эстафету главе государства. Президент страны идею поддержал, выбрав стихотворение «Гылым таппай мақтанба», что в переводе означает «не получив знаний, не хвались». Дальше Касым-Жомарт Токаев передал эстафету министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, главе Министерства культуры и спорта Актоты Раимкуловой и певцу Димашу Кодайбергену. Подробнее о литературном челлендже расскажет Даная Исатай. Абай, әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық талапты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады. Стремление к знаниям и постоянное развитие было актуально во все времена. Именно к этому призывал в своем творчестве и великий мыслитель степи Абай Кунанбаев. Об этом нам напомнила школьница Ляйлим Ширак, прочитав стихотворение, написанное более века назад. По рассказу матери ребенка, любовь к поэзии у девочки появилась благодаря творческой атмосфере в семье. Это неудивительно. Отец – исполнитель народной музыки, мать – журналистка. Поэзия была на слуху с раннего детства. Я приняла эту эстафету и долго думала, кому ее передать. Папа с мамой посоветовали не передавать президенту. Они сказали, что он человек занятой, у него много дел и нет свободного времени. Ну а я не хотела передавать никому, кроме президента. Только с условием, что я передам эстафету именно главе государства. Я была готова передавать ее остальным. Я была очень рада, когда он ее принял. По словам родителей девочки, это событие для их дочери стало сильной мотивацией, чтобы продолжать изучение произведений Абая Кунанбаева. Несмотря на все увлечения и игры, цель ребенка – осилить все стихотворения поэта. В конце сентября Ляйлим исполнится 10 лет. До того момента мы должны учить, мы вообще-то планировали учить минимум 90 стихотворений Абая. В данный момент мы знаем около 70 стихов. Это инициатива. Вот этот случай вдохновляет нашу дочь, и она вот хочет, прям не до сентября, конечно, но хочет продолжить вот этот план своей жизни. Президент Касым-Жомарт Токаев с радостью поддержал начинание ребенка и напомнил о подписанном им указе о праздновании 175-летия Абая Кунанбаева на национальном уровне. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Прочитав отрывок из произведения, глава государства поблагодарил Ляйлим Ширак и передал эстафету следующим участникам. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет еді ішінде қулық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Имя Абая всегда будет созвучно с казахским народом. Благодаря Абаю мы открыли миру нашу страну. Наследие Абая – это наше бесценное сокровище, отметил на своей странице в Инстаграм президент страны. Не остался в стороне от челленджа и наш телеканал. Көзімнің қарасы, көнлемнің санасы, бұтпейді іштегі, ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір, адамның баласы. Ну а я передаю эстафету по прочтению стихов Абая Кунанбаева всем зрителям нашего телеканала. Даная Исатай, Ануар Тауекелов, Хабар 24.